Тема номер 89. Настоящее и будущее время. Глаголов. Формы настоящего времени есть только у глаголов несовершенного вида. Эти формы образуются с помощью личных окончаний. Везу, везешь, везет, везем, везете, везут. Пилю, пилишь, пилит, пилим, пилите, пилят. Формы будущего времени имеют глаголы как несовершенного, так и совершенного вида. Формы будущего времени могут быть простыми и сложными. Формы будущего простого имеют глаголы совершенного вида. Эти формы образуются с помощью личных окончаний, так как и формы настоящего времени. Прочитаю, прочитаешь, прочитает, прочитаем, прочитаете, прочитают, напилю, напилишь, напилит, напилим, напилите, напилят. Формы будущего сложного имеют глаголы несовершенного вида. Они состоят из двух слов. Из форм будущего простого от глагола «быть» инфинитива, глагола несовершенного вида. Читать – буду читать, будешь читать, будет читать, будем читать, будете читать, будут читать. В настоящем и будущем времени глаголы изменяются по лицам и числам, спрягаются. Если от глагола в форме настоящего будущего времени отбросить личное окончание, получим основу настоящего будущего времени. Везут – вес, пишут – пиш, читают – читай. Основа настоящего будущего времени и основа инфинитива одного и того же глагола не совпадают. Например, основы глагола «осветить» – «о свет» и «освети». Основы глагола «беседовать» – «беседу», «беседова». Примечание. В речи часто используют одну форму времени в значении другой. Это делается для того, чтобы живее рассказать о делах и событиях. Так форма настоящего и будущего времени может употребляться в значении прошедшего. «Вот проезжаем мы раз через нашу деревню лет 15 назад», Тургенев. Глагол «проезжаем» имеет форму настоящего времени, но в предложении употреблен в значении прошедшего. «Проезжают не сейчас, а давно, проезжали лет 15 назад». Настоящее время может использоваться в значении будущего. «Прощай, любимый город, уходим завтра в море», Исаковский. Глагол «уходим» имеет форму настоящего времени, но в предложении употреблен в значении будущего. Это подчеркивается и словом «завтра».